Всем добрый день, всем добрый час, друзья, и гюнер, и залани, всем большой привет. У нас время 16:10, друзья, 16:10, и компания Арбатом с вами. Как поживаете, как у вас молодая жизнь, друзья? Так что у нас жизнь кипит, солнце, море, свежие, натуральные овощи, фрукты, еще что-то нужно. Для комфортного жизни все есть, друзья. Это город Алания. Так что из Алании всем большой привет. Но пока я здесь ролик снимаю, мы уже скоро улетаем. Куда улетаем? Улетаем в Казахстане, друзья. Нур-Султан, Актау, Алматы будем скоро, друзья. Алматы будем, Нур-Султане будем, Актау будем. Так что, казахстанцы, если вы хотите свою жизнь менять в хорошую сторону, если вы хотите наслаждаться от турецкой жизни, один раз живем, правда, хватит уже, надоели уже работать много, надоели уже мороз, надоели уже сырость, надоели уже невкусно овощи, фрукты кушать. Нужно приехать в Турцию, друзья. Турция всем хватает. Турция – это интересная страна. Турция – это демократическая и гостеприимная страна, друзья, которая развивающая страна встречает вас, друзья. Так что, поэтому, как турок, как лицо компании Арбатомс, как лицо Турции, друзья, я готов с вами свои опыты поделиться. Поэтому что нужно, друзья? Нужно просто ко мне обращаться для консультации, потому что это не картошка, это не баклажан, который в базаре покупает. Это недвижимость, сами ценные вещи для человека, для жизни, друзья, которые, может быть, вы много лет собираетесь деньги, чтобы жить, где солнце тепло. Может быть, это ваши последние деньги. Может быть, у вас много кучи деньги под подушкой есть. Хотите просто инвестировать в турецкие недвижимости. Просто нужно, короче, консультация. Консультация нужна, друзья, чтобы не ошибаться по поводу зарубежной недвижимости. Друзья, я почти уже 15 лет на рынке недвижимости. У нас 3 офиса есть. У нас есть еще свой собственный проект. Мы не только агентство недвижимости, мы еще застройщики, друзья. Поэтому нужно специалисты обращаться. Как-то вы обращаетесь специалисты? Как-то вы серьезные фирма обращаетесь, официальная фирма обращаетесь. Так что мы здесь шумно немножко дальше. Какой-то там на улице работа идет. Наш мэр работает. Так что нужно просто серьезная фирма обращаться, так что у вас все будет хорошо, друзья. Так что поэтому это турецкий недвижимость тоже так же. Нужно просто все глубоко, разные законы знать, что здесь происходит, как можно правильно купить недвижимость, как, что такое вид на счастье и гражданство, турецкое гражданство, что такое медицинская страховка, что такое просто купить недвижимость и потом сдавать аренду, друзья. Для этого нужно просто именно какой-то фирма, серьезная фирма обращаться, чтобы все это с вами было, особенно постпродажа сервис. Постпродажа сервис очень важно в самом деле для вас, друзья, потому что это чужая страна, чужие люди. И здесь много-много вопросов есть, которые это нужно вам постпродажа, друзья. Как раз здесь есть такой недвижимость, одна квартира, которая 2+1. Вот в этом доме, друзья, одна квартира 2+1 и 110 квадратный метр. И чистая, хорошая квартира, только чистый турецкий дом, друзья. Это без инфраструктуры. Хочу сейчас с вами поделиться. Потому что планировка хорошо. Еще она, цена очень привлекательна. Доступная недвижимость. Но это где вы знаете?
Это в самом сердце Алания. В самом сердце Алания, где есть рядом Клеопатра. Район Клеопатра, но только здесь старый туристский дом. Так что, потому что центр практически уже пустой, земельный участок нету. Практически нету такой шикарный, красивый, хороший дом, комплекс. Есть, но она достаточно дороже, друзья. Именно вот такой туристский дом, цена очень хорошая именно для вас, друзья. Так что, поэтому хочу сейчас с вами поделиться это, потому что я люблю вот чистый туристский дом. Голова не болит, инфраструктура нету, люди не ходят. Вот сразу заходите свои домой, все закроют дверь, все спокойно. Так что, потому что много людей не любит хамам, сауна. Море есть, это достаточно. Погода хорошо, свежий воздух очень хорошо. Все жизнь кипит, 300 дней солнце, что еще нужно? Много людей не хотят хамам, сауна, потому что в Алане в каждом шагу есть частный хамам, сауна, массаж, друзья, можно туда идти. На самом деле это тоже недорого, частные хамамы тоже можно идти каждый месяц два раза достаточно. Так что, короче, сейчас хочу с вами поделиться вот этой альтернативой 2 плюс 1. И сейчас с вами будет, и поговорим потом еще, хорошо? Давайте посмотрим. Итак, друзья, теперь мы с вами заходили внутрь квартиры, которая 2 плюс 1, 110 квадратный метр. И с левой стороны есть вот такая спальная комната, друзья. Это чистый турецкий дом и без инфраструктуры. Еще раз напоминаю, друзья, так что кому не нужно бассейн, кому не нужно хамам, сауна, кому не нужно много айдат платить. Вот для таких людей есть такой вариант уже. Вот такой очень разнообразный турецкий недвижимость, друзья. Это самый центр Алания, 2 плюс 1. И продаются без мебели, друзья. Без мебели продаются, потолки высокие. Так что, как видите, она так только без мебели продается. Широкий, большой коридор. И сразу у меня сзади есть шкаф. Такой зеленый, страшный цвет. Так что, кому как. Это мне не нравится, кому-то нравится. Здесь есть санузел. Общий санузел, друзья. И есть, конечно, чамочная машина, центральная машина. Еще есть здесь общий санузел. Вот как хорошо, да? Раньше как хорошо построили тюрки. Большая площадь, низкая стена. Так что здесь большая площадь, низкая стена и ламинат. Еще очень важно, что, друзья, напротив парк никогда ваш вид не закрывается через балкон. Я вам покажу. Конечно, здесь порядок нету. Вот эта вещь все хозяин будет забрать. Просто чистый, но просто порядок нету. Так что. И здесь есть еще разделена, как будто отдельная кухня. Посмотрите, пожалуйста. Планировка очень хорошая. Отдельная кухня типа. Но здесь есть остров. И под остров шкаф есть. Посмотрите, вот шкаф. Здесь тоже шкаф. И здесь такой остров, как стол. Типа, можете здесь посидеть, покушать, обедать и кушать. Так что огромный, большой. Вот в таком виде она продается. 2 плюс 1, 110 квадратный метр. На втором этаже центр города Алания. Так что вот в таком виде. Посмотрите, пожалуйста, яркая, красивая и чистая. На самом деле она чистая. Просто хозяин здесь живет чистый. Молодец, я люблю такие мужчины. Мужчины. Очень чистый здесь. И здесь также есть вот такой, как это, бананчики. Бананчики тоже есть. И вот в таком виде, короче, продаются. И давайте балкон тоже посмотрим. Вот длинный, большой балкон, друзья. Я вам говорю, вот напротив сразу парк. Это все парк. Никогда не закрывайся. Вот там крепость, вот там крепость. Там внизу Клеопатра. Клеопатра отсюда недалеко, где-то
500-600 метров недалеко Клеопатра и крепость, Аланская крепость. Вот здесь мы почти под крепостью находимся. Вот здесь парк. Это все парк. Поэтому вы можете здесь сидеть, наслаждаться, друзья. Ваш вид никогда не закрывается. Вот в таком виде продается турецкий недвижимость. Так что, друзья, вот в таком виде она. Так что... Итак, друзья, еще раз напоминаю, мы вместе с вами смотрели 2+1, 110 квадратный метр в самом сердце Алания, друзья, турецкий дом, чистый турецкий дом без инфраструктуры. Если вам интересно, мы готовы онлайн снимать и вам показывать, друзья, онлайн можете посмотреть вот эта красота под видео, есть мои ссылка, контакты можете посмотреть. Так что, друзья, еще раз напоминаю, мы уже в Казахстане. Почти в Казахстане, Актау, Алматы и Нур-Султане будем. Если вы хотите с нами встретиться и свои жизни менять в хорошую сторону, нужно просто записываться, друзья, заранее. Записывайтесь, и мы вам покажем, что такое город Мерсин, город Алани, друзья. Для более подробной информации можем всегда с вами обсуждать. Так что наш хозяин тоже стоит там, наблюдает. По-русски не понимает, как-то люди не понимают, им интересно, конечно. Так что язык надо изучать, язык это очень полезный, особенно родители, свои дети изучайте какой-то, не какой-то важный иностранный язык, либо русский, либо немецкий, либо английский. Английский уже не считается второй язык, друзья. Просто нужно, китайский на самом деле очень нужно для турции, китайский бизнес, для бизнеса китайский язык нужно. Короче, язык знать это очень важно. Еще раз, друзья, всем удачи, желаю вам счастья, здоровья и берегите себя. Пока-пока.